Число жертв терактов в Дагестане возросло до 20 человек. 26 пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона. 23 июня неизвестные напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС в городах Дербенте и Махачкале. Перестрелки продолжались до поздней ночи. В Национальном антитеррористическом комитете заявили о ликвидации 5 боевиков. Ранее заявляли о ликвидации 6. По сообщениям СМИ, среди них были сыновья и племянники главы одного из районов республики. Чиновник задержан, отменен режим контртеррористической операции. В регионе объявили 3-дневный траур с 24 по 26 июня.